Хей, йоги, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру по названию GeForge. Так, окей, мы с вами в ФСБ домике. Меня очень пугает вот это дерьмо. Меня очень сильно пугает это дерьмо. Так, стоп, рано. Диск. Здесь должен быть диск. Вот он. Я не знаю, стоит, не стоит. Ладно, давайте. Один хер. А вот если активирую, будет плохо. Не-не-не-не. Подожди, теперь меняем. Да ну я приземлиться хотел, ну что вы делаете, тупые мышки. Как они бесят. Они в крысу атакуют. Так, наш морозильник. Ага, холодильник улетел. Плохи дела, плохи. Так, приятель, что ты там меня пуляешь, ты зараза? Заблокировал в чулане пылесос целой стеной льда. Дарвин, думаю, тебе придется освободить пылесос. Что? Дверь откроется только перед прибором Сейберлинг. Пора немного попылесосить, да? Бластер, что у тебя? Я в лифте отдела криминалистики. В очень мерзкой компании. Правда, их всего пятеро, но меня одного. Так что у меня есть преимущество. Осторожнее. Ты тоже. Атака огнедушителя растапливает ледяные барьеры. Да, да, только да. Не забудьте отскочить в сторону. Да, 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 да. Ммм, обожаю сейберизатор. Окей, полетели. Ууу, таймер забыл запустить. Блин, я бы пылесос бы не растапливал. Осталось только найти грязный коврик. Доступ к подземной транспортной системе закрыт. Бли! А, да, похуй. Ай. Пофиг. Ну слушайте, пылесос урона не наносит. Поэтому он не такой уж опасный. А, вот почему от меня. Да ну нет, да за шо? Да за шо?
Ладно, просто за ним прослежу и убью. Пускай он подальше уйдет. Хотя, давайте попробуем. Я понял. Ладно. Тупый пылесос. Так главное, что он еще бессмертный. Что меня еще больше насторожило. Так, ладно, тут... Чупом я туда не залечу. Вот сюда я залететь смогу. Хотя я могу туда... Все, я понял. Попробуем. Ага. Так, сразу оп... Стоп, у нас еще магазина не было? Натуре. То есть здесь вообще дисков нету? Странная процедура. Не хочу знать, что это был за звук. Ну что? Ну что-то опасное открывается. А, двери точно. Я думаю, что опасное такое открылось. Сломав компьютерный терминал, вы отключаете охранное устройство, например, лазеры. Да ну за что? И удерживайте кнопку. Пошли вон. Так, чё она говорила, я все пропустил. Единственное, что вижу, это до хера часиков. Па! Напугали. Оу, я могу так даже. Ништяк. Хе, кто мог подумать? Так, ладно. Давайте отключим сначала лазер, а потом все остальное. Интересно, он так долго простоит? Не, не буду проверять. Бесят там многоразовые ящики, потому что их нужно много раз бить. По столу у нас ничего нету. Зря я бы под столом что-то спрятал. Так, стоп, а что открылось? Ай, бля. А, окно открылось, во.
Ох. Ох-хо-хо-хо. Мы вышли на поверхность. Бластер, как попасть на ту сторону здания? Тебе придется забраться на тот карниз у тебя над головой и соскользнуть по тросу напротив. Я попробую немного подсобить с лифтом. Опять карабкаться? Класс. Да ладно, Дарвин, это здорово! Ой, попали. Так, слушай, давай, наверное, активирую взрывчатку. Сразу все. Всю взрывоопасную херь мы отключаем. И готово. И готово. Вот здесь должен быть диск. Однако... Он в комнате? Я не понимаю. Подождите. Так, ну на комнату-то не похоже. Выше я лететь не могу. Подождите, то есть я диск уже... Вот он, дорогой мой. Все, теперь я могу чистой совестью идти куда-то. А, зачем? Для чего? Зачем? А, там лед. Ладно, Бластер. Наверх. Верным путем идешь, Дарвин. Следующий этаж всякие спорттовары. Уйди в срапу. А. Привет. Не заметил вас. Клёвая поездка, чувак. Тебе вечно достаются самые лучшие задания. Ну ага, Бластер. Мне безумно повезло. Не в ту сторону. Есть что-нибудь от Спеклса? Пока ничего. Чтобы воспользоваться тросом, встаньте под ним и подпрыгните, чтобы ухватиться за ручку. Пошли в жопу. Хотя это то же самое, что бы стрелял. Ну. Я думал, он никогда уже не зацепится. Так, первым делом мы закупаем с вами патроны.
деньги нам, благо, так сказать, позволяют. И пойдем в двери. Хуарес, я вижу Сейбера. Погоди, Дарвин. У меня тут считывается что-то странное. Не уверена, что... Я полагаю, ты не намерен сдаваться? Нет, беспокойся. Мистер Сейбер уйдет на покой. Я уже все продумал. Боюсь, правда, ему это не понравится. Хуарес, попробуй отследить источник голограммы. Найти настоящего Леонардо Сейбера стало еще труднее. Готов сдаться, грызун. У меня есть еще сюрпризы. Все приготовлено специально для тебя. Ну, запускай. Не зря я на стол залез. Так, стоп. А, ну мне назад идти? Оу, да. Ладно, народ, помним о задаче. Уик! Уворот! Стреляй другими пулями. Так, микропечки. Я еще стою, только бы глаза открыть. Так, а то, что летит, это вот это уже плоховато. Моменты я мечтаю, чтобы рядом был бластер. Так, давай договоримся. Бля. Так, приятель, а теперь тебя из дробовика расхерячу. Блин, ну слушайте, он меня не сразу захватывает. Они не могут быть настолько круты. Нужно будет ледяную пушку попробовать. Мне интересна ледяная пушка. Хотя она просто заморашит, как было написано. А все. Блин, как-то быстро начались серии идти. Ну, я имею в виду уровни. Довольно быстрые. Сейбера ничего нового, но у меня есть идея. Если мы подключим твое инфракрасное снаряжение к системе безопасности, мы сможем вычислить Сейбера. Отлично, так что мне делать? Вот это будет нелегко. Тебе надо добраться до ближайшего терминала восходящей связи. Это в отделе по борьбе с киберпреступностью. Там, возможно, установлена защитная дверь, и трудно сказать, что еще там можно встретить. В остальном легче легкого. Thank you.
Тут зависит, сколько пуль попадут. Заново отключать. Оу! Зараза. Да, если бы управление не отменялось мучем, мне кажется, бы я сдох. Уже двух дыханий. Это до херни. То есть? Прямо рядом с тобой находится голографический сканер. Он может сделать голографический диск с твоим изображением. Бросишь его перед этими адскими машинами, и они на тебя и внимания не обратят. Пойдет как по маслу, пока твой клон будет от них драпать. Бластер, иногда ты просто гений. Для переноски диска используйте электрохлыст. Бросьте диск под ноги противнику, чтобы отвлечь его. Диски недолговечны, так как они могут быть повреждены при нападении противника. Ну, бегу отсюда! Adios, amigos. Здесь становится холодновато. Так, а я не посмотрю. Да. Блин, там. Что-то не так с системой охлаждения. Ты знаешь как? Замерз, и это с твоей теплой шубкой. Я тут немного поиграл с системой охлаждения, и боюсь, скоро здесь станет еще холоднее. Так что лучше тебе пошевеливаться, свин. Так, ну я не хочу, чтобы пушка включалась, поэтому... Я что-то не заметил, а кто внутри сидит? А, утюжок. Странно, что утюжок этот не вылез, потому что он пуляет, он создает огонь. Так, походу теперь я буду склонами гуляться. Играть с клонами. Ой, блять, мочь. Дверь. Не могу получить доступа к замку. Думаю, он сломан. Придется найти какой-то другой путь. Ключ может переносить диски. Для этого подлетите к диску и нажмите кнопку «Нести». Давай, муч, вперед. Муч. За что я тебе плачу бабки?
Стоп. А, я дверь вообще должен сломать. Манати тупой. Я должен быть дверь сломать. Все ясненько. Сейчас бы мне огнемет. Сучара, сучара. Да иди ты в жопу. Все, наконец-то. Жесть. Просто какая-то жесть. Давай залетай сюда, размаражи приятеля своего. Так он его сразу еще забрал в придачу. Ну, на этот раз я тебя оживлять не собираюсь. Блядь, в натуре. Сука. Только думал, что уже все. Будет у меня огненная пушка, будет легко. Будет попроще. Он там летит. Я тебя что, зря оживил, я не понимаю. Иди сюда. Так, начнем с двери. Хорош. И сейчас тут окажется, что там еще... А, бля. Издевается, падлы. Надо же, замерз на ходу. Да за что мне под КД оживлять эту херату? Где лазер? Ладно, что у нас сверху? Ага, тут у нас нихера. А ладно. О, стоять. Отлично. Окей. Thank you.
Бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац. Ауч. Так, полежу пока здесь. Я пока тут. Освобождаю вещи. Оу, стоять. Так, усовершенствованный нанохакер. Локация здоровая. Локация здоровая, сказать нечего. Мать, уже серия заканчивается. Эх, сейчас бы коньки. Даже тратиться не хочу. Я понял. Я вас понял. Тогда вопрос, что там? Почему такой огромный радиус? Знаете, вот кажется, зачем мне еще деньги, если у меня уже 7000, да? Но, знаете... А вдруг? Пригодятся. Ух ты, ё-моё! Куда меня закинуло? Куарес, я дошел до отдела по борьбе с киберпреступностью, но чтобы туда войти, мне потребуется ключ-карта. В соседней комнате пост охраны, у них она должна быть, но чтобы туда попасть, придется использовать терминал. Рядом есть детекторы движения? Один вижу. Наверное, я смогу с их помощью включить питание. Но, Дарвин, напрямую это сделать не получится. Придется преломлять или отражать лучи. Это будет непросто. А что сегодня было просто, Хуарес? Включите терминал с помощью детектора движения и откройте доступ к охранному пульту. Ну ладно. Пойдем пособираем вещи. Но тут пол не скользкий, но он как будто скользил. Анимации скольжения было. Тихо, не падаем. Там по 50. Мне, блин, кажется, очень сильно кажется, что раньше было еще по сотку. Они как золотистые были. Золотого оттенка. Но снова я могу ошибаться. Вот понимаете, я бы, может быть, эти не собирал, если бы они стоили, ну, единицу, да, там, мало. Но они дохера весят. Ой. Извиняюсь.
Окей. Вопрос, что мне нужно делать с лазером? Так, лазер мне нужен сюда. Предлагайте покататься. Ну, допустим. С помощью мыши можно изучать местность, куда я вообще могу идти. Как я понимаю, фаворит — это вот эта сторона для меня. Хотя здесь нихера нету, но здесь что-то будет. Да ну, ну за что вы... Ладно, радует, что они хотя бы не на большой высоте были. Так. Вот. Нахера мне было тогда подниматься сюда? Так, подожди. Что вообще от меня хотят? Где первый? Ух ты, как круто! Соси жопу. Вопрос только теперь, куда мне дать? А, точно. Лохи. Ну слушай, ну это хотя бы актуально, что ли? Того я не пойду убивать. Нахер он мне сдался. Возьмите ключ-карту в комнате охраны, чтобы попасть в отдел по борьбе с киберпреступностью. Ага. Ну ладно. Ой, тихо. Пам-пам-пам-пам. Где моя пушка? О,
Это было круто. Ну ладно, типа дробовик можно использовать. Так, у нас две двери. Бам, блин, мне бы заканчивать. Давай, Ри. Ау. Так, получается где-то так. Блин, тут, в принципе, не так уж много осталось на самом деле. А, полежи пока здесь. Пока я пособираю вещи. В принципе, здесь уже осталось на самом деле вообще немного нам играть. А, не, все-таки вот эти были одни, по 50. Почему я помню, еще было со 100? Или это у меня уже в голове за 100? Ну ладно. Ну и суть важна. Так, мне нужна взрывчатка. Бим-бим. Бросок. Так, Дарвин, терминалы восходящей связи должны быть там, рядом с этим... Вы двое начинаете мне надоедать. Видите ли? Сейчас я не могу позволить себе проиграть. Мистер Сейбер загнан моими в угол. Не волнуйся, когда они до него доберутся, все кончится очень быстро. Поговори, поговори, Йеншу. Похоже, это ты тут начинаешь нервничать. Блесс. Ух, а кто там пуляется? Ого, в смысле, я ПК убил? Вообще неплохо. Блин, я хочу его вблизи. А, не суть. Мне бесит то, что я должен зажимать постоянно, чтобы открыть тот магазин сраный. Какого черта я должен удерживать? Так, давайте пока... Ух, тихо. Там то, что мне нужно.
Хомячок паркурист, сука, упал. Хе-хе-хе. Найс, Дарвин. Стоп, мне тогда встает интересно, что там. А, я думал, здесь будет немножко другое место, чтобы сюда попасть. Там проход есть. Нету. Короче, там есть проход, но туда пока что не попасть. Люблю космическую эру. Что, давайте, я думаю, тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.